Доброго времени суток! Приветствую всех на своем канале «Вяжем крючком» с Ольгой Головатой. Пришла хорошая погода, и я буду потихоньку показывать свою коллекцию, которая у меня огромная коллекция своих работ. Вечерние коктейльные платья, кофточки, костюмы. И вот сегодня я вам показываю одну из своих достаточно серьезных работ. Это серия моих любимых работ. Это вечернее коктейльное платье, которое связано отдельными элементами и собрано по принципу наборного кружева. У него красивый бордовый цвет. Надеюсь, камера на солнышке вам это передаст. В нем подшита подкладочка из тоненького стрейчевого атласа. Вот такое вот маленькое коктейльное платьице, которое будет очень красиво смотреться на любой женщине. Сейчас я зайду с задней стороны. Хочу вам показать, как вшита молния у этого платья. Молния вшита очень глубоко, для того, чтобы когда женщина собирается на вечеринку, она уже полностью готова и не должна испортить ни своего макияжа, ни своей прически. Платье одевается через ноги. Сейчас я расстегну замочек и покажу вам. Вот вы сейчас видите, докуда расстегается молния, как вшита подкладка. Подкладка выбрана под тон платья. Красивый, тонкий, незаметный замочек вшит так, что кружево прикрывает сам замок. Ну вот, я показала, похвасталась своей работой, которую я действительно очень люблю. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь, благодарю вас за внимание. Жду ваши комментарии, жду ваши положительные оценки. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!